Иметь дополнительные квадратные метры всегда было отличным приложением к имущественному портфелю. Во-первых, недвижимость всегда в цене. Это значит, что в нужный момент квартиру или дом можно продать. А во-вторых, это хорошая альтернатива пассивного дохода. Жилье можно сдать. Особенно популярна сегодня посуточная аренда. Сделать это можно легально при соблюдении ряда условий. Налоговые органы напоминают физическим лицам о предусмотренной законодательством возможности осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя деятельности по предоставлению принадлежащих на праве собственности физическому лицу жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания. Осуществлять указанный вид деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя можно при одновременном выполнении следующих условий. Физическое лицо должно осуществлять деятельность самостоятельно, без привлечения к ней других граждан по трудовым или гражданско-правовым договорам. Сдаваемое помещение должно принадлежать физическому лицу на праве собственности. До начала осуществления деятельности физическое лицо должно подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика и уплатить единый налог. Уведомление можно подать, обратившись в налоговые органы. В документе необходимо указать вид деятельности, место ее осуществления, инвентарный номер объекта недвижимости и количество комнат. На основании этого будет произведен расчет. Также необходимо отметить, что физические лица, осуществляющие в установленном порядке деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога, а также ремесленники, граждане, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма, вправе осуществлять прием наличных денежных средств без использования кассового оборудования. Так как требование законодательства, устанавливающего порядок приема денежных средств, распространяется на субъекты предпринимательской деятельности. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Поэтому, если у вас есть жилая площадь и она попросту простаивает, стоит задуматься про бизнес на аренде. Сдавать сегодня выгодно, поскольку это дает стабильный доход. Однако для того, чтобы не беспокоиться о возможных проблемах, лучше делать все законно. Дополнительную информацию и консультацию можно получить в налоговых органах по месту жительства.